Урок ГИБДД проходил в школе номер 7. Здесь отдыхают и занимаются в кружках и студиях в две смены около 200 учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. Цель нашей акции научить детей, чтобы они не попадали в дорожно-транспортные происшествия, всякие дорожные неприятности и предотвращение детско-дорожно-транспортного травматизма. Урок, конечно же, был необычным и не за партами. Занятия проводили аниматоры в виде игры на школьном стадионе. Сначала разминка и знакомство с байкерами. Пригласить байк-клуб была идея сотрудников ГИБДД. Дети не должны думать, что эти крутые парни могут делать на дороге все, что угодно. Ездить не по правилам – это не так. Все подчиняются единым, установленным правилам дорожного движения. Цель нашей акции внушить подрастающему поколению о том, что дорога – это очень серьезное место. И хотелось бы такое важное напоминание родителям сказать, что, чтобы они контролировали своих детей, особенно на дорогах, особенно те, кто покупает своим детям мопеды, потому что ребенок, он не понимает, что это очень серьезная техника, которая может привлечь к очень серьезным последствиям. Ребят разделили на две команды мальчиков и девочек недаром. Ведь представители сильного пола утверждают, что слабому полу за рулем не место. Что это не так, девочки доказали в нескольких конкурсах. Они обогнали мальчишек на машинках, на упражнении виртуального автодрома «Змейкой». И на велосипедах не попали ни в одну аварию, в отличие от мальчиков. В ходе игры аниматоры преподали детям урок на знание знаков дорожного движения. Треугольник, красная кайма. Чудный паровозик с дымом у окна. Этим паровозиком правит дед-чудак. Кто из вас подскажет, что это за знак? Дорожный переезд какой? Без шлагбаума, конечно. Вот в такой игровой форме на свежем воздухе прошел урок ГИБДД. Очень важный для этого возраста детей, когда они впервые становятся непосредственными участниками дорожного движения за рулем велосипедов.